Покровителями семьи христианского брака считаются святой муромский князь Петр и его супруга Феврония. Многие сравнивают этот праздник с католическим днем святого Валентина, но день Петра и Февронии несет совсем другой смысл, отмечают православные. Сравнивать благоверных с католиком, тайно венчавшим пары, считается неправильным. День любви, семьи и верности в России широко отмечают с 2008 года. Тверь проводит праздничные мероприятия во второй раз и в этом году в новом формате. В этом году мы постарались этот праздник сделать в стилистике другим. Если в прошлом году мы его отмечали как современный праздник, чествовали семьи, то в этом году мы обратились к ретро-теме. Потому что очень хочется всегда напомнить нашим молодым людям о том, а что же было у наших бабушек, дедушек, мам и пап в их молодости. В воскресенье в 17:00 на набережной Афанасия Никитина начнут работать сразу несколько площадок. Дружная семья, где будут проходить игры. В шатре ромашковая семья. Призы ожидают тех, кто приедет в одежде, украшенной ромашками. Для пожилых семейных пар и тех, кто любит музыку 60-х, будет работать танцевальная площадка. Главная сцена у памятника Афанасию Никитину откроется в 18:00. Здесь впервые будет исполнен гимн семьи, который сочинили на родине Петра и Февронии в Мурове. Также на время проведения праздника будет перекрыто движение на участке набережной Афанасия Никитина от Нового до Старого моста с 16:00 и до окончания мероприятий. Концертная программа выстроена таким образом, чтобы и творческие коллективы, которые к нам приедут из области, из города Твери, они тоже представляли собой семейные династии. В этом году завершает нашу концертную программу Владимир Маркин с тоже такой ретро-программой. Впервые День Петра и Февронии будут отмечать во всех муниципалитетах Тверской области. В прошлом году в празднике приняли участие всего 23 района. Традиционно во всех храмах пройдут литургии. В Твери всем желающим в храме трех исповедников на набережной Афанасия Никитина расскажут об истории праздника и семейной жизни Петра и Февронии. Марина Евстратия, Илья Чечин, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ, Пилот.